Всем привет, с вами я Гамби, и сегодня мы будем продолжать играть. Сегодня в наблюдателях Семёнчик. Он просто у нас будет в наблюдателях, а мы будем играть, пытаться понять, что нам делать. И он тоже будет пытаться понять, что надо делать нам. На самом деле он будет играть в шедевр стендовчик. Меня загрузило почему-то с говненного старта. Прилетел сюда. Я должен найти синюю часть, потому что та куда-то исчезла. Чух-чух! Машинка Семёнчика. О! Да что за фиг? Смотришь, видишь это? Это к нам тут ходил. Машина. Так я у него батарею и украл как раз таки. И ставил туда, куда мне надо. Давай я за рычаг. И куда в итоге? А! И тебе вот тут тоже за рычаг. Ты даже не понял. Я реально не понял, что. И что нам это дало? Ничего. Ну я все еще не помню, что нам дало. По морде нам дало. Вот, она робит. А, надо закрыть, чтобы, наверное, не могла открыть. Я гений! Звук страшный какой-то, алё. А это музычка. Ща меня скриманёт. Открой! Если скример, то за мной сейчас побегут. О, найс, так, всё, мы появились, у меня 5 FPS. Мы выеб... О! Я обосрался, а ты? Она же мне помогла, эта попе. Ой. Ему? Оле, это он? Хотя женский голос. Я тебя видел, чертила. Блин, у нас два тиммейта, алё. С тобой, с нами все будет в порядке. Ой, они лучше. Ключ дай! Позволить тебе уйти, что ж просто я там сижу. Гораздо важнее наших жизней. Без тебя я не справлюсь. И теперь мы можем отомстить всем монстрам, которые пытали тебя. Которые пытали нас! Но они были не одни. Они лишь следуют за своим вожаком. Прототипом. Какая ж нам честь? Ох ты ж, уселась. Пока, уезжайте обратно.
И что я сделал? Я врубил свет. Пошел вон отсюда. Эй, рука! Я стул не могу отодвинуть, блин, руками. Ну, люди, я сделал это. Ай, мы обратно. Спасибо, Боже, знаю, что мы идем. Если попытаешься сбежать, он тебя убьет. Иди сюда, иди сюда. Оля позвонит. Я так не могу. Стой! Не, ну ладно, едь. Так. Ага, звонит. Это снова я. Да быстренько. Я смотрю в лицо Поппи. Иди в дом, милый дом. А дом, милый дом, это у нас Тойс? Нет, не Тойс. Мне надо как сюда куда-то подключить. Надо тут или где это подключить-то? Не, мне надо куда-то. Что такое, Семенчик? Лицо Поппи. Лицо Поппи вспомнил. Где? Ну смотри, я взял этот шнур. И куда мне его воткнуть? В жопу? Ну нафиг! Что? Нет, нет, нет. Да, я знаю. Мне надо сюда его воткнуть? Я чё, не понял.
Блин, Семёнчик, я не понимаю, как мне рубить свет. Я только понимаю, как... Да ты задолбал! Вот электрожопа! Что мне тут сделать? Я уже, видишь, миллион проводов прошел. Вот. Это нас ведет. Надо как-то наверх подняться, ну, то есть. Мне надо понять, что это такое вообще. И что это такое? Ух, я паркурист от бога. Собственно, может быть, это рядом с вагонеткой, может быть? Где вагонетка? Тут кто-то ездил. Тут кто-то опять ездил. Фу, фашист! Зигу кидает. Ну что ты пиликаешь, я не понимаю, что делаю. Я дебил, что я сделал? Бля! А где она? Нифига она круги наматывает. Че, я где ее брал? Тут. Да изи. Это где-то в середине статуи, мне говорят. Всем привет, я Хитророк. Я Хитророк. Поможешь мне с картинкой? Передай синий. Сюда? Нойс! Круто! Гляди! Поможешь генератор в доме, милом доме? Вы запасный генератор для этой постройки. Такой должен быть в каждой. Тебе удалось перенаправить энергию дома и милого дома сюда. Почти готово! Куда идти дальше? Тут здесь довольно опасно. Но опаснее всего в игровой. Жуть! Так что лучше всего отправиться в школу. Это школа! Выслушай. Ля, ну ты чё тупая? Отправляю ключ, когда я отошел на лет 5. Не, папе смешнее было. Отправляю жопу. Ой. Так, это ключ. Нон. Это от шкилки. Как думаешь, где шкила? Так в тойсах он все время там. Значит, шкила вон там. А это что такое тогда? Это дом, милый дом. Это школка. Все, мне стрёмно идти. Но она сказала, что там нету этого катнапа. О, это из Poppy Pro, из Project Playtime, видишь? Ой, что вот так. Так тут везде все типа так изображены мило. Включи генератор, выйди и ставь питание по центру. Только осторожно, у меня реально получится подключить тебя с этой стороны купола. Купола. Но у тебя будет компания. Там еще кто-то, и они тебе не... Меня сейчас отымеют. Чё мне делать? А! Это мисс Приятность. Простите, что прерываю. Деньги, кстати, на местах, пока не услышите звонок.
Ничего не понял. Мне страшно, Семенчик. Какая-то мисприятность. Точнее, неприятность. Я бы назвал ее. Чё по камерам следишь? Убери! Я придумал. Как обычно ржёшь. Настя вставила одну шлюпку. А как другую ставить? Это что? Чё, как это сделал? Может быть, багом это сделаем? Но нет, мне надо головоломки какие-то проходить, потому что игра без этого это не игра. Мисс неприятно. Кто? Да что нужно что-то? Я слышу, как кто-то шлепнул дверью. По башке себя шлепни. Что это такое? Кто там? Не ходите по коридорам, если у вас нету. Что там такое? Там Амогу Сас. О, ёп! Это какая-то новая истеричка. Я смотрю. Минутку. Я тебя знаю. Точно? Вы раньше тут работали. Как ты? Ты в порядке? Ой, как ты в порядке? Жала? Ой. Жала говорит, вы ищете коллег. Которые ему бы не понравилось, что вы тут. Тебе лучше уйти. Ради вашей... Ради вашей безопасности. Погоди, я за тобой поеду, окей? Женщина. Или уйдем отсюда. Я лол! Сейчас кто здесь будет скримак какой-то. Отучаю! Скримак. А что делать? А, все, и Настя, я нашел ту запчасть. И мне лучше уйти, как она сказала. Это еще это новый босс, понял? Я обосрался, когда на так побежал, как стерва. Ой. Пожалуйста, только не смей меня скримачить. Или я тебе этой палкой по роже дам. Не палкой, а этой. Рукой. Я закрою дверь на всякий случай. Ты чё, дебил? Я понял, что делать. Бежим, бежим, быстро, 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 пока не кончилось говно. Я медленный урод. Так, кассету найдем? Или нафиг пойдем? Алло, она тут ходила. А вот слышишь, как она ходила? Закрыто. Блин. Чё ты на меня смотришь? Блин, стрёмно. Кашно. Да я слышал, чё на своей блестяшкой шумит? Чё он в помехах? Фу, быть помеха. Что? Потому что? Блядь. Всё, Семенчик с ума сходит. От одного человека. Да что я делать? Что я делать?
Дверь не открывается, потому что она лох. Вот, что это такое? Это тут уже были люди. Нет, тут не были люди. По-моему. По-моему, нам надо взять что-то зеленое. Электричество. И как можно быстрее побежать. Ну, бежим, бежим, Семенчик, бежим, 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 Семенчик. А куда надо было? Я забыл. Куда надо было? А, я тупорылый, Семенчик, да. Я правильно все делал. Я просто не туда побежал. Сиси-писи. Ой. Тебе кайф наблюдать? Конечно. Почему? Ты тоже иногда пугаешься? Я посрался как-то... прошла. А! Ну понятно, это сюжет. Сюжет игры. Не, ну я понял. Сюжет игры, то, что нельзя открыть. Вы чмо? О-о! А, я понял, нам надо теперь оттуда достать эту зеленую энергию и в ту вставить. Или я ракушка. Отдай. Отдай. Нет, я дебил. Надо просто прям рядом с ней встать и просто прям рядом нажать. Да, я уверен. Тун 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 тун. А что, мне надо как-то это, эти ящики сломать? Чтобы она от жизни офигела. Ну да. А причём тут это? Мы с Семёнчиком выживаем на смерть. Так же, Семёнчик. Ты играл в Gravity Falls? Ой, ты смотрел Gravity Falls? Погоди, мне надо это как-то с рукой сделать, да? Чертина. Ну тут же... Нет, мне надо что-то сделать! А что, я не знаю. Да-да-да. Не настоящая? А. Училка, может, пропустишь, а? По-братски. Что, что, я забрался как-то? А дальше я не могу. Все, дальше я разучился. Это на запись на паузу поставить пока что. Я играю. Все, нам просто надо было уйти, ребята, я дебил. Я уже сам понял, да, Семенчик? Патриотит уже не смотрел ничего. Так. И в итоге получили пердак. Что, зря тут были? Нам не дали ничего? Danger. Что danger? Почему danger? It's gonna be danger. Чё это гениальная женщина говорила? Уходите. А если я сейчас опять сюда пойду, то у меня будет опять сохранение. Нет, мы дебилы, просто ракушки тупорылые, мы не то есть, меня просто так ушел. Ну, я вроде понял, что мне делать. У меня 1 гигабайт нужно очистить. Стукнулся. А, да, серьезно? Би-би-би-би, шукаем. Би-ш-а-эм.
Что ты сделал? Ты что сделал? Я не делал ничего. Я удалил 9 гигабайт. Телефон завис. Пофиг, потом докачается. Да что с ним пояс? Интересно, одинаковые ли у вас крики? Не терпится узнать. Да я тебя убью! Я убил Гевайя! Я убил мамочку! Я тебя убью! И кнопы твоего убью! Нас... В смысле? Как? Там нет ни за что цепляться. Да и тут тоже. Она меня зажала тут, она меня тут зажмет, да? Нет? Мы бибилы, да, мы бибилы. Мобилы. Что ты меня в пепелит? Вот она. Да, вот она. Это она еще говорит, когда нажал. Иди нафиг с анатомией. Если ты еще и математичка, я тебя отфигачу. Так я что-то сделал. Пошла в жопу, ты видел? Чё ты ржёшь? Куда мне бежать? Семёночка, она бежит за мной. Она бежит! Да нафиг! Я чему? Я понял? Ух, какая у неё попа. Чё ты ржёшь? Давай ко мне, пупсичек. Ах ты шлабра! Как бы быстро пройти бы сейчас? Куда? Найс! Дура! Я слежу за тобой! Бежим! Открылась! Наоборот, для меня открылась. Стоять! Пойди в жопу! Ран. А куда ран-то? Капец, она стрёмная. Женский туалет! Стоять! Мама! Ой! Она что, тупая? Ты на неё смотришь, она с тобой идёт. Ну реально. Чё ты? Я дебил, я забыл взять зелёный кал. Тихо! А что мне делать? Убегать. Ой-ой-ой! Семёнчик, я обосренькался. Так смачно. Ой, Семёнчик, убегаем! А чё это? Help. Звонок! Иди в жопу, звонок для учителя! Так что иди нафиг! Стой, я врубил. Дура тупая, не надейся меня убить!
Семёнчик обосрался, не по-детски. Где? Где? Фу, блин. Она открыла. Всё, Семёнчик, уходим отсюда. Что, нет? Семёнчик стрессует. Вон она. Вот смотри, берём. Надо, чтобы она не зашла, дура. Дважды. Найс! Что? Дура. Куда она отошла? Отошла от меня. Отойди от меня. Ля, что делать? Жопа? Жопа, Семёнчик? Ну, давай посмотрим ей в лицо, как Поппи. Как Поппи? Стой. Чё, тупая, думаешь, я тебя не вижу? Чё, тупая, что ли? Чё ты угораешь? Отойди, я убью тебя! Ой, знаете, по жопке. Семёнчик, видимо, мы что-то не так сделали. Откройте! Что, может, тут надо как-то уехать сюда? Бля. Что я сделал? Стрёмно. Как? Откройте, 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 откройте! Семёнчик высрался. Едь к нему через верх. Смотри, зажим яйцами. Ну-ка, может быть, я тебя рукой толкну, да? Эй, а можно? А можно тут прыгнуть? Чё у тебя с ногой? Не, она меня убьет. Славянский сижу. У тебя есть сохранение? Кто? У тебя есть сохранение, где? Ух ты. У нее палец кровать, когда я это делал так. Семёнчик, мы, видимо, забыли... Взять зеленый цвет, и нам придется сдохнуть. Ты что, тупорылая? Блядь. Стой, женщина, откройте, пожалуйста. Стоп! А я понял, нам надо поменять этими местами. Сюда, сюда! Ты чё, шлюпка? Нет, Семёнчик, мы все правильно сделали. Семёнчик. А если я тут закрою, стой. Давай. Пока. Пока. Молодец. Что? Ты чё, читер? Как она выбила? А, она же нам помогла, она сама нам помогла. Гений. И она гений. Ну закройся! А зря я закрыл, видимо. А чё, она не может? Она не может пойти. Она не может открыть. А мне-то туда надо? Обратно. Ух ты, блян. Да я тверку жопой. Так. Где выход? Она что, дверь закрыла? О! О! Стоять! Убью! Я знаю, как это закрыть.
Я! Она полетела? Полетела, да! Полетела, да, семечек, полетела. Да мы почти... Как он это сделал? И она теперь на пофиг идет или что? Я убила! Да, я его убил.